сегодня я был на телевидении, выступал в качестве своей вот основной профессии. Кто не знает, моя основная деятельность – это астрология. А все, что связано с камерами, со съемками, это такое хобби для души, так скажем. И сегодня как раз я был на телевидении и вот посмотрел на вот это обилие техники, света. Собственно, поэтому я поставил здесь светильник, здесь тоже, чтобы, короче, хочется иногда заняться такими вещами. И сегодня мы с вами поговорим про год использования камеры Canon 200D, которую я купил чуть больше года назад и сразу начал ее активно использовать для своих влогов. И этой камерой, на самом деле, я очень сильно доволен. Она позволила мне сделать очень много классных съемок, снимать влог на том уровне и с тем качеством, которое мне, собственно, требовалось от камеры. То качество, которое позволяет получать вот эта камера, оно и было тем, что я преследовал, когда решил не снимать больше влог на телефон, а приобрести камеру. Собственно, эта камера меня удовлетворила на 100%, даже я бы сказал на 150%, то есть она закрыла вообще все мои потребности. И из минусов, вот через год использования этой камеры, я хочу отметить такой момент, что ее иногда бывает маловато именно вот в плане широты, за счет того, что она использует именно сенсор формата APS-C, то есть он меньше, чем полнокадровая, чем сенсор у полнокадровой камеры. И на данном этапе для меня это заметно ощутимо, потому что хочется снимать, допустим, на полтинник, на который я сейчас снимаю, но не хватает как будто ширины, приходится очень далеко убирать камеру, что не всегда удобно. И вот именно с этим связано то, что вот я как бы уперся в этом плане в потолок этой камеры, но это не значит, что она сама по себе камера плохая. То есть это именно мое ограничение, которое как бы лично со мной связано. Для съемки, например, если не принципиально получать вот такую картинку, которая больше соответствует полнокадровым камерам, это в принципе камера отличнейший вариант. Во-первых, она позволяет использовать внешние микрофоны, это огромный плюс, особенно для влога, даже для каких-то съемок коммерческих, в принципе. Второй такой важный момент в пользу этой камеры, это то, что она выдает действительно очень хорошее качество. И вот в прошлых видео, где я показывал, как я снимал ролик, я хотел взять камеру в аренду, и у меня было два варианта: взять Canon 6D и Canon 5D Mark III. Это две полнокадровые камеры, но я столкнулся с таким ограничением, что они Full HD не снимают 60 кадров в секунду. В данном случае мне это было бы не критично, но, допустим, если бы я снимал, как я обычно, вот раньше любил снимать, вот именно такие замедленные съемки, мне это было бы, ну, как бы мне это было бы критично. Учитывая тот факт, что камера такого уровня, она позволяет снимать 60 кадров в секунду и делать это довольно хорошо, это, я считаю, один из огромнейших плюсов эту камеры, то есть именно ее качество, ее функционал за эти деньги, это очень круто. И на самом деле за год использования этой камеры я столкнулся с тем, что основное, во что может упираться качество съемки, это, например, интерьер, в котором идет съемка, потому что он очень сильно влияет, это освещение. И вот в этом плане эта камера позволила мне пересмотреть вообще очень сильно мое отношение к технике. Вот эту камеру я в любом случае никогда не продам. Либо она сломается, либо я куплю себе дополнительно полнокадровую камеру, либо, может, в аренду буду брать. Но использовать эту камеру я буду вот прям пока на данный момент, по крайней мере, очень часто и всегда. Так же, как и вот этот объектив, который я купил почти сразу вместе с этой камерой. Это объектив 24 мм, а диафрагма у него 2,8. У него нет стабилизации, у него фиксированное расстояние, но он позволяет мне получить именно ту картинку, которую я хотел. Я не говорю, что это самый лучший объектив или самая лучшая камера. Это очень хорошие инструменты, и касательно меня, эти инструменты, они очень сильно меня удовлетворили. В чем еще могут быть минусы этой камеры? Мне как будто показалось, что через год она начала больше жрать батареи, но это, скорее всего, связано с самим аккумулятором, и, в принципе, это не такая большая проблема, потому что он заряжается довольно быстро. И, возможно, это связано с тем, что я стал больше снимать вот именно длительные какие-то эпизоды, а не короткие клипы для того, чтобы их потом монтировать. То есть, может быть, с этим связано.
Эта камера у меня несколько раз падала, но она очень хорошо пережила все падения и работает безотказно, включается очень быстро. Это такой как бы вариант для тех, кто, у кого, допустим, ограниченный бюджет, но, тем не менее, получить хорошее качество нужно. И я бы очень рекомендовал эту камеру к покупке вообще на одном из первых мест вообще из всех камер Canon. А с другими камерами других производителей пока не было возможности особо сравнивать, но, тем не менее, я думаю, эта камера очень хорошая за свои деньги. И сейчас она стоит еще дешевле, насколько я знаю. И в плане разницы между 250D и 200D разница несущественная, особенно если вам не нужен 4К, съемка в 4К, если это не нужно, то оно как бы нет какого-то смысла гнаться за этим 4К. Эта камера может послужить, к примеру, отличным подарком для людей, кто хочет вот заниматься какими-то творческими проектами, снимать себя, снимать какие-то свои штуки. Кстати, вот именно с этой камерой я сделал очень много фотографий для своего Инстаграма, для своей жены мы очень много сделали фотографий. Как в плане видео эта камера послужила мне очень хорошим инструментом, так и в плане фото. Я не могу сказать, что она делает что-то выдающееся. Но, например, сравнивая свой прошлый опыт с камерами вот предыдущих поколений, такие как 7D, 5D, там 1000D я снимал, эта камера, как вот по мне, она гораздо лучше, но за счет того, что она новее, новые технологии и все вот это, она позволяет получить вот именно хороший инструмент за очень адекватную стоимость, и это очень важно, потому что, например, для меня, вот сейчас все, что я делаю в плане YouTube, в плане съемок, в плане фотографий, это все мое хобби, то есть то, куда я направляю свою, так скажем, созидательную энергию. И не всегда бывает так, что есть большое количество ресурсов для того, чтобы купить себе какую-то дорогую камеру, например, или дорогой объектив. И не хочется, в принципе, особо туда вкладываться, потому что это не инструмент для профессиональной деятельности. Но в этом отношении вот эта камера, на которой я сейчас снимаю, Canon 200D, она закрывает вообще все мои потребности, за исключением того, что в последнее время появилось желание снимать на полный кадр, но это, как я уже сказал, это мои личные особенности. Сейчас во время монтажа вспомнил еще одну штуку, которую хотел рассказать, но вылетела она у меня с головы. В общем, с этой камеры я снял несколько коммерческих заказов, и вот недавно мне было еще несколько предложений, которые я отклонил, ну, из-за того, что занят, но это как бы не важно. Дело в том, что вот эта камера позволяет получить качество, которое очень сильно удовлетворяет, например, заказчиков, то есть людям, которым важно получить хорошее видео, поэтому вот на заметку, что эта камера, она вполне может использоваться как инструмент для работы, для профессиональной деятельности в области фотографии или видео. Я очень сильно рекомендую эту камеру к покупке и рассмотреть ее как один из таких основных вариантов. Очень часто мне писали в плане сравнения ее с Canon M50. В плане съемки, я думаю, вот в плане качества съемки у них сильной разницы, я думаю, нет. Любые вопросы, которые связаны с резкостью, они легко решаются как в настройках камеры, так и затем во время обработки. Из-за того, что я очень люблю мягкую и такую приятную картинку, я выкручиваю в ноль резкость и контраст в камере для того, чтобы получить максимально плоское, максимально мягкое изображение. Это мой вкус. И в этом плане я думаю, что Canon 200D и камеры беззеркальные примерно такого же ценового уровня у Canon, они одинаковые в плане качества. И здесь вы уже будете упираться в вопрос не качества, а в вопрос совместимости объективов. И, например, зеркальная камера Canon, она позволяет использовать всю линейку объективов Canon, которые созданы для зеркальных, в том числе и пленочных камер. И я считаю, это огромный плюс в эту сторону. Canon же M50, он имеет ограниченные вот модели объективов, которые подходят. Короче, это видео о том, что я очень люблю эту камеру, и я считаю одной
одной из лучших покупок вообще, которую я когда-либо совершал в плане своего творчества. Этот инструмент, я им пользуюсь довольно как бы активно, не сказать, что каждый день, но вот все эти ролики, которые есть на канале, они сняты с помощью этой камеры, практически все вот, кроме тех, которые исключительно на телефон. И даже если я, допустим, что-то не снимал для влога, бывали такие дни, когда я просто что-то фотографировал, просто для себя что-то снимал, что-то экспериментировал, что-то вот. Довольно часто у меня эта камера была в руках. И надо сказать, что вот сейчас в зимнее время снимать влог на камеру это гораздо приятнее, чем на телефон, потому что руки не мерзнут, батарея быстро не садится. Батареи, кстати, в целом хватает надолго, несмотря на то, что она, возможно, уже начала изнашиваться, но это как бы не проблема. И эту камеру я очень рекомендую к покупке. Даже сейчас, несмотря на то, что новые, может, какие-то уже модели появляются, она все равно, и еще, я уверен, очень много лет не потеряет своей актуальности за счет цены, за счет качества, которое она выдает. А в плане соотношения качества и цены очень хорошая камера. Надеюсь, вам этот обзор был полезен. Если, может, какие-то дополнительные есть вопросы по этой камере, вы можете написать в комментариях, я постараюсь на них ответить. Желаю вам хорошего настроения.